утро. Вот, смотрите, сделали какую прелесть. Заранее посадили картошку в ящик. Она образовала вот такие корни. Смотрите, как классно. И она очень ранняя будет. О, смотрите. А это холодно, пока это она прорастет. Вот, смотрите, все. Уже отросточек. Так что вот так вот рекомендую вам. Используем вот такую сажалку. Сами ее сделали. Очень удобно. Кладешь картошку. Вот так вот ее делаешь. Раскрываешь вот эти вот, как они называются-то, уголки. И потом присыпаешь. Опять устанавливаешь, придавливаешь. Берешь картошечку. Кладешь, опять открываешь, немножко присыпаем, и все.